Об этом мне скажут пропагандисты Минерва из телевидения. Уважаемые жители, скоро состоятся очередные очень важные выборы. И к вам опять будут противники стучаться, агитировать, голосовать за хороших людей из «Единой России». Но вспомните, как они голосовали на разных уровнях власти по тем или иным вопросам. Вспомните, кто голосовал за повышение пенсионного возраста. Кто голосовал за отмену прямых выборов мэра. Кто голосовал за выдачу чиновникам из администрации Владивостока квартир. Кто голосовал за повышение заработной платы мэра. Это все представители «Единой России». Это все так называемые хорошие люди из «Единой России». Помните об этом. И помните о том, что голосуя за хороших людей из «Единой России», вы голосуете за Россию без будущего.